Сегодня в мировых христианских новостях. В Сомали осуществляют террор две группировки. Почему террористы избрали своей мишенью этого человека и как он совершил дерзкий побег? А также... После длившихся несколько недель боев на юге Филиппин, церкви помогают беженцам региона. Кроме того, власти отобрали у них детей, но теперь семья воссоединилась. Однако еще не победила в борьбе за право на домашнее обучение. Что ждет эту немецкую семью? Американцы атаковали радикальных мусульман в Сомали. Здравствуйте, я Гарри Лейн. После нападения боевиков на торговый центр в Найроби, военные США провели рейд в Сомали. Их цель — террористическая группировка «Аль-Шабаб». Эта радикальная группа терроризирует страну в течение многих лет, и чаще всего ее жертвами становятся христиане. Вот наш эксклюзивный взгляд на конспиративный дом, где находят убежище люди, обращенные в христианство из ислама. Недавно в Сомали объединились исламистские террористические группировки «Аль-Шабаб» и «Аль-Каида». Они стремятся ввести законы шариата и очистить эту мусульманскую страну от всех христиан. В частности, своей мишенью они избрали христиан, обращенных из ислама. Это видео «Аль-Шабаб» попало в интернет в сентябре 2008 года. На нем обезглавливают 25-летнего сотрудника гуманитарной организации Мансура Мохаммеда. Он принял Иисуса в 2005-м. Год назад боевики «Аль-Шабаб» вломились в дом этого бывшего мусульманина, принявшего христианство. Мы договорились, что скроем его лицо и назовем его другим именем — Абди. Они обыскали мой дом, порылись в моей сумке и нашли несколько страниц из Библии, на которых были кресты. Абди увезли, бросили в тюрьму и подвергли пыткам. Что же они с вами делали и что вам говорили? Мне завязали глаза и бросили в темную подземную камеру. Меня били деревянной палкой. Они хотели узнать, где я взял страницы из Библии и знаком ли я с другими христианами. Когда с меня сняли повязку, я увидел в камере три трупа. Их туда положили для моего устрашения. Мучители сказали, что убьют его, но поздно ночью Абди и двое его сокамерников совершили дерзкий побег. Охранники думали, что заперли дверь нашей камеры, но это было не так. Мы открыли ее, побежали к стене и стали по ней взбираться вверх. Охранники открыли по нам огонь. От их пуль погиб один из моих сокамерников, но мне и другому заключенному удалось перелезть через стену. Воссоединившись со своей семьей, Абди живет теперь в безопасном месте. По его словам, он все еще страдает от физических болей после пыток, но в духовном смысле он чувствует себя